Привет, дорогие друзья, с вами Воблер и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас будет ролик по игре Paladins, а именно будет касаться это рейтинга. Дело в том, что я не играл в рейтинговых боях и всегда у меня стоял сбоку прочерк. Я не знал, насколько я хорош или плох игрок. Дело в том, что сегодня я зашел в игру и оказалось, что у меня рейтинг 3500. Что он означает, я не знаю, так как... Еще раз повторюсь, я в рейтинговых боях не участвовал, и тут мне пришла мысль, а давайте попробуем сыграть в этом рейтинговом бою и посмотреть, что же получится. Это у нас режим состязания, сейчас мы туда пойдем, выберем какого-то персонажа и постараемся сыграть. То есть это мой первый бой, и хотелось бы его вообще как-то запечатлеть, как там будет играть, как там каточка какая-то будет. То есть многие люди спрашивают... Как бы у меня в комментариях, на стримах, Воблер, а как сделать, чтобы моя рамочка была розовая или каким-то другим цветом? Я подозреваю, что нужно играть именно в этом режиме, то есть в состязании. Если вы играете, хорошо играете, то вам будет выделяться какой-то рейтинг персонажа, и вы уже при входе в игру как бы будете показывать всем, насколько вы крутой игрок. Хотя на самом деле это бесполезно, самое главное, чтобы команда победила, но все же... Статодрочерство никто не отменял, и порисоваться между своими дружбанами, насколько вы охеренный игрок за того или иного персонажа, в принципе, я думаю, что будет хотеться многим. Как попасть именно в состязание? Насколько я слышал, нужно, чтобы у вас было 12 персонажей, открытых до 4 уровня. Так это или нет, можете написать в комментариях, кто, в принципе, попадал в состязание, кто больше знает информации об этом всем. Ну а мы сейчас, конечно, ждем... И посмотрим, что с этого получится. Итак, прождали мы 5 минут в очереди в режим состязания. Как-то многовато, я вам скажу. Сейчас постараемся выбрать кого-то из персонажей, сыграть каточку и посмотрим, что нам за это дадут. Итак, я надеюсь, что найдется человек, потому что 5 минут это до хрена. И что мне можно здесь выбрать? Любого? Никого я выбрать не могу. А, здесь получается, кого дадут, я так понимаю, да? Танк. Давайте посмотрим. А, что тут получается? Как-то команда автоматически подбирается. То есть мы здесь выбрать никакого персонажа не можем. Смотрите. То есть автоматически им подбирается любой перс. И мне. Кто мне сейчас выпадет, я даже не знаю. Может мне сейчас какой-то... Кто мне тут... За кого я не играл? Фернандо, да? Либо мне сейчас... Бревно выпадет, либо шаман. И я на них не могу играть, не умею, даже не пробовал чисто так. Представляете? Кем я буду, ребята, кем я буду? Им подбирать, там некого. Давайте посмотрим. Макуа выбрана, смотрите, все персонажи, на которых я играл, уже выбраны. Ну, я самый последний, я внизу стою. Ёлки-палки, смотрите. Вот как получают эти... Мечи. Есть меч, есть два меча, есть корона. Так, посмотрим, кого... Ребята, после этого сразу мне дадут кого-то. Смотрите, это жестяк. То есть мне, получается, танка дадут. Если у них есть танк, хотя бы не Фернандо... А, Фернандо уже взяли. Они взяли. А мне кого? Давайте, давайте. Рулетка какая-то. Сейчас какая-то дичь выпадет. Я просто в шоке. 21 секунда, что долго программа мне. Давай Барика. А, я могу Барика выбрать. Ну давайте Барика возьмем, смотрите. Получается, когда... я понял. Дается определенное время и даются определенные персонажи. То есть не все персонажи, да? А какими еще были доступны персонажи, смотрите. Барик был доступен. По-моему, был доступен еще Король Бомб. Ну, в принципе, неплохо. Я буду на Барике, меня будет хилить Инь. Вот Дрогат здесь, снайперша. Ну, посмотрим, кто будет. В принципе, я буду только с Инту соваться на базе, да? Или, что, или какой это бой будет? Короче, сейчас пойдем. Да. Сколько играю в Paladins, а в этом режиме еще ни разу не был. Давай уже начинайся бой. Тут 5 минут ожидания уже как бы испортили все настроение. Так, пляж змея. Вот так вот называется наша карта. Ну, на самом деле мы и не видим эту змею, она вот непонятным образом смотрит на водоем. Итак, что мы? Мы выберем, берем нашу конфигурацию карт. Сразу, кто у них есть? У них есть Фернандо. Ага, ага. То есть, возможно, есть вариант именно брать защиту.
Берем защиту по простой причине. У нас турели и так ставятся, сколько они? 10... Ого, 10 секунд турели? Нихера себе, даже мне кажется, надо было брать Хроноса. Ну да ладно. Что тут, карточки не работают? Разве у меня турели 10 секунд ставилось? Что-то как-то многовато, я вам скажу. Так, что-то уже пишут тут. Они уже определяются. Лазер, бла-бла-бла. А что за карта? Что это за карта, ребятки? Обычная карта? Да, обычная карта с обычным захватом. Мы побежали. Может, все-таки на барика какой-то рейтинг заработаю, да? У нас есть бревно. Сразу. У нас есть Мако. Бьем, бьем. Мако давайте вырубим. Пошли нахрен. Меня хилит, не хило, меня инхилит, я вам скажу. Мы врубили. Пошли нахрен, сзади. Так, Фернандо. Врубили, слушайте, красота. Бревно выруби, все равно Фернандо меч. Смысл этого. Меня отлично хилят, просто ребята. Отлично, я прям чувствую, как меня хилят. Так, интересный вопрос, какой я рейтинг здесь заработаю. Откуда бьют? Вот лучница пришла, пошла нахрен. Щит ставим. Ставим еще раз турелечку с другой стороны. Сзади кто-то зашел. Пацанов наших сзади заходят. Так, турель здесь убила. Слушайте, нормально на эскорт пошел. Бревно спереди, Макуа. Хочу Макуа убить. Щит. Юзнули щит. Вот вам, ребятки, рейтинг. Интересно, какой мне значок дадут после этого. Так, пошел нахер, Фернандо. Еще давайте. Ого-го. Так, турелька моя пусть меня подхилит. Там бревно херячит. Надо прятаться от бревна, потому что бревно охеревшее, вам скажу. Вот сюда. Главное, чтобы меня Мако не подтащило. Мы неплохо сейчас идем с каточкой. Кто? Где наши? Сзади снайперша. Ага. Фернандо добил. Вот бревно. Добьем бревно. Добили. Мако. Щит. Турелька. Вот так, ребята, идем. Слава богу, мне хоть барик попался. Это реально, мне вдали какого-то херового персонажа. А я бы не смог на нем сыграть. Так, турелечка. Турелечка меня подхилит. Давайте ставим щит. Ох, у них вся команда. Лучницу давайте вырубим. Турельку. Лучницу хотя бы вырубить. Та ёбски, давайте свалим. Мако. Нет, лучницу не можем вырубить, ребят. Чё-то... У нас сверху это помогает нам. Юзаем щит, ребята. Ёлки-палки. Неужели я все-таки потратил ульту, а? Все так неплохо получалось. А вот ульта, конечно... Блять, просрал ульту, слушайте, на последней секунде. А мы их команду вырубили, смотрите. Наши пацаны сработали нехило, у них там кто-то один остался. Конечно, ульты жалко. Может, я просто хотел применить ульту, чтобы уже добрать их базу. Понимаете, думаю, а, доберу, а тут... Давайте, бьем, бьем. Вот лучницу добрать бы, лучницу недобитая. Отлично, отлично, ого, Андроксус у них. Сзади залетел Андроксус и применил. Козел. Козлина ты, Андроксус. Меня с двух тычек вырубил. 30 секунд, ребята. Рейтинг. Ё-моё. Это не просто каточка. Это карта, каточка, которая показывает, насколько рак или нет. Сзади, сзади Фернандо зашел. Смотрите, козлина. Турель, на. Дерево, дерево выруби, дерево. А. Пошли нахрен. Пошли нахрен, Мако, отстань от меня. Пошла, затащили, нормально, ребятки, затащили. Добить Мако, нет, чуть-чуть не хватило. Неплохо, я вам скажу, 12 убийств и 2 смерти. Мы танк, мы должны дохера получили, что мы, щит есть. Есть, ага, давайте мы, значит, что сделаем. Что касается, так, у нас тут, а... Что-то у нас такое, так, если не... Так. Нет, это не то. Восстанавливает 4% от максимального здоровья каждую секунду. Ну, давайте возьмем вот это. Возьмем вот это. Меч. И возьмем еще Хроноса, чтобы быстрее турели юзать, да? Побежали. Вроде бы теперь наша турель должна ставиться 9 секунд. Сейчас посмотрим, как у нас будет работать. Ого, у них два танка, понимаете, в чем прикол? Они сразу на меня напали. Ну ничего, сейчас мы зайдем. Пошли нахер. Юзаем, ребята, чтобы не могли попасть. А, у них применил этот. У них Фернандо почти дохлый, ребятки. Почти дохлый Фернандо. Мако его прикрывает. Пошла нахер.
Иди в жопу. Где моя? Мако хочет меня цепурой, возможно, взять. Андроксус, Андроксус, бьем Андроксуса. Андроксус, Андроксуса. Так, да, 9 секунд ставится наша турелька. Пошли нахрен, мы вроде бы... А, они не дают нам базу захватить, ребята, просто не дают. Сваливаем. Сваливаем, сваливаем Мако, турелечку. Мако сама, ребята, Мако сама, надо ее вы... Так, щит. Нормально, мы берем базу. Нахер, ульту юзаем. Пошли в жопу. Ибо нефиг тут, а. Вот так вот. Красота сверху. Андроксу сзади. Пошел в жопу. Давай, ведьма красавица вырубила Андроксуса. Ого-го. Кто там сзади? Черепаха. У меня мало хп, ребята, чувствую, больно будет. Так, мне бы еще турелечку поставить, чтобы она меня подхилила. Бьем, бьем. Так, куда бревно смылось? Отлично, скорт взяли. Турель сюда. Так, кто откуда упал? Это наши. Это наши. Куда ты пришел сюда? Слушай, танковать сюда пришел. Говно. Ой-ой-ой. Надо... А, надо далеко не отходить от нашей хили. Чувихи, которая хилит. Она же меня все-таки хилит. Как бы, да. Сюда. Мако добрать. Мако, Мако. Давай. Отлично, добрали Мако. Бревно. Бьем. Добили бревно. Ставим. Идем пока, смотрите, на изи. Все на изи у нас. Турель у меня уже спереди стоит. Давайте сюда турельку поставим на телегу. Трусь. Тра-та-та-та-ра-та-та. Так. Мако, ты, я понимаю. Ох. Ко мне, ко мне. Пошли нахрен. Ого, больно, ребята, больно было. Вы видели, как больно? По-моему, сзади, сзади кто-то бьет. Фернандо сзади зашел. Он меня хочет вырубить. Сзади кто-то еще бьет. Сзади вырубили. Так, надо тележку толкать. Бьем. Так. Андроксус, Андроксус, Андроксус недобитый. Видел. Так, черт. Хилочку, щит. Ай-яй-яй, не успел, ребята. Не успел я щит поставить. Меня вырубили. Там бревно у них, гад, отхилило. Я бы Андроксуса добрал. Так, у нас еще есть минута. Минута, минута. Кто у нас умер? Смотрим. У нас никто не умер. Вроде бы. Ага, там у них Мако. Надо юзнуть ульту, ребята. Ульту надо юзнуть. Юзай ульту. Обязательно ульта. Проходи. Вот так, отлично. Все, победа. Рейтинг сделан. Бля, что мне дадут? Ребята, что мне дадут в конце этого рейтинга? Good game. Иви. Топ игроком. Ну, это понятно. Иви так Иви. Вот так вот, ребята. Посмотрим, как она. Она сверху по красоте, конечно, стояла. Рубила всех, видите? Одного, второго. Ее вообще никто, такое ощущение, что не видел. Они все были сосредоточены на мне и на том, кто был сзади. Она всех вырубила. Так. И чё даст рейтинг? Воблер. Лучшая передовая. И чё? И что мы? Награды смотрим. Все золото, слушайте. Ну, нормально, замечательно. А вот в чем прикол рейтинга? Смотрим, ребята. 65 тысяч дэмэджа. 40 тысяч заблокировано. Ну, это на, стоял на базе. И 23 килла. И награды. Что мы видим по награде? Хер знает, что по награде. Что-то мы получили. Получен опыт. И теперь я буду в рамочке. Ребята, я буду в рамочке с мячом. Или теперь надо постоянно там играть. В чем прикол? Походу там надо играть в рейтинге. Чисто в этом режиме. Много раз, чтобы получить тот или иной результат. Да? Ну давайте посмотрим, что у нас в профиле изменилось. О, видите, профиль изменился. Стал 3730. Список лидеров. И чё? 3730. А ну, на 3000. Нет, в топ в 100 я не зашел. Тут в топ 100 надо попасть. А, рейтинг имена. Ясно. А как по персонажам? Давайте сейчас пойдем в любой бой и посмотрим, как мне вообще. Дали что-то за барика или не дали? Ну, давайте просто пойдем в бой, в любой. Посмотрим, что мне сейчас. Сразу голосование. Слушайте, тут хоть очереди нету.
как в рейтинг, да? Посмотрим, у меня барик будет цветной или нет. Где тут барик находится? Где-то тут. Сейчас мы выберем, посмотрим, что он себя представляет. Ну, мне кажется, одного результата недостаточно. То есть там нужно поиграть несколько боев, да, чтобы быть... Ну, хотя там получается на каждого персонажа разная рамочка. Что, блин? Ну, тут хоть не 5 минут ожидал. Давайте дождемся и посмотрим. Барик, барик, барик. Ну что ж, мы не найдем одного еще человека, но... И что, барик у меня? Нет, барик, блядь, как был золотым, таким и остался. То есть надо много боев, ребята, провести в рейтинге, чтобы персонаж был каким-то цветом. Угу. Одного боя недостаточно. А я-то думал, сейчас я сделаю рейтинг, выйду такой крутой. Там получается, что надо провести несколько боев. Ясно, ребятки, с рейтингом ясно. Если я барика выведу в какой-то... Хер знает во что его выведу, в какой-то цвет, то я вам дам знать, как это получилось. А с вами был Воблер, игра Paladins. Если вы в курсе, как это все происходит, обязательно пишите в комментариях, будет интересно почитать. Давайте, ребята, удачного нагиба, пока.